Видео для заказчика, переходник системы ОМ на 4/3. Переходник вот такой вот. Переходник плотно насаживается на ОМ, так как он без защелки, держится чисто за счет трения. То есть плотно одеть и покрутить. Сопоставляется вот этот паз с кружком и дальше навинчивается. То есть определенное усилие надо приложить, зато потом он, то есть можно спокойно крутить, и он не выпадет. Дальше этот же паз поставляется с точечкой на 4/3. Вот, собственно. Все, вот оно хорошо держится. Вот у меня кольцо достаточно туго ходит, объектив не выкручивается, спокойно держится. Чтобы выкрутить, потом определенное усилие и снимаете. Вот так вот.